Макс, Супа. Что? охренел, как рейка пукает? Да. Блин, ну я не знаю, ты сразу меня встретил такими словами, но я не знал, что так все серьезно, понял? Ну, я уже сказал, что Рэй напердел на кухне. Ну, я зашел, я просто чуть не умер. Меня чуть не вытащило, короче. Нет, сука. Видишь? Так, Димон, пролички, пожалуйста. Ну, бандюшки, да? А? Ага. Ну, это, конечно, очень ужасно было. Очень. Ага, ты просто не знаешь, что умел делать Лео. А что он умел делать? Ну, ты бы в окошко выпрыгнул бы просто. Подумаешь, Рэйка пукнул. Фига, он пукнул бы. Так можно и умереть, не кажется, от такого пуканья. Он просто сухого корма сегодня переел. Да? Жизнь перебил.